Ну почему же не смогу? Я смогу. Я же вырос на улице. На улице! Сезам! Ну это, в принципе, не важно, на какой улице. Главное, что жизнь-то научила считать до 10. Ну а что у нас тут? Потасовка, да? Если он его сейчас не убивает, то у меня все очень-очень даже неплохо. Потому что в наше время Мурлокодина почему-то оказываются классными. Хотя я не разделяю это мнение. Чисто зачистить стол и все. Вся тактика на этих паладинах заканчивается. Понятно. То есть ему выпал тотем нужный и... Окей. Ну ладно. То есть ты понимаешь, да? То есть если ему даже молния у него была бы, то он все равно бы ударил на 4. То есть... Ну ладно. Посмотрим, у кого сегодня больше талонов на удачу, чем обычно. Ну что ж с тобой делать? 6-4 превращается в 1-4. Я думаю, не очень приятно, но тебе с этим жить, сынок. Так. Фига он зам... Блин, мне бы сейчас усиление заклинаний и освещение на 3. Да ладно, кто вождя Северного Волка из... Ооо, он интересный. Окей. Так, очень важный ход. В принципе, я могу как-нибудь почистить и кинуть Рагнароса, как вариант. Но могу добавить существ на стол. Не вариант, не вариант, потому что его убьет вождь. Ну да, наверное, так будет лучше всего. Поживем, увидим. Как бы. Но один урон ему в лицо, я думаю, не сильно изменит погоду. А убить этот тотем, чтобы он потом не убил какой-нибудь грозой их, может быть, даже и спасет меня. Кто знает. Лазурный дракон, окей. Это еще законно. По крайней мере, сейчас. Классный дневник. Залано Гранде. Его что, Залан зовут? Хотя был у меня один знакомый, Костя. Ну, наверное, да. Окей. И надо почистить стол, чтобы он убил кого-нибудь из них. Такого, да? Ну да. И два тотема убить. Окей. Ну так вот. Был у меня знакомый Костя, но в лицо это нормально, пойдет. А ВКонтакте он себя подписал как Кристофер. Я его спросил однажды. Колян, Колян, ты... Ты что, дурак? Ну, а он мне сказал, типа, он так тёлок цепляет. Ну чё? Как вариант, а вдруг? А вдруг работает? Может, мне тоже вместо Алексей там Ален Делон написать? Вот это да! Из крошера выпадает еще один крошер. Чудеса неписанные. По-моему, это супер вэлью для него, по крайней мере. То есть... Даже если я сейчас убью его, у него все равно что-нибудь выпадет. Если Минхаус Моношторм, то я вообще буду плакать. Хотя Близзарда это нереалистично. Как робот может сидеть внутри робота? Это что? Этот? Как его? Да ладно! Трагзор. Это ж вам не трансформеры. Хотел сказать Пауэр Рейнджер, но мало кто поймет эту шутку. В наше время уже мало тех, кто помнит. Но заклинание сейчас не вариант, поэтому мне надо
как-нибудь убить Трагзора. Но, блин... 25%. У меня 1/4, и я сейчас выиграю игру. Если 25% пройдет. Если не пройдет, и в лицо хотя бы, то нормально. Ну, значит, живем? Ну, как-то так, да. По-моему... Ален Делон посильнее Коляна будет. Колян сегодня... но в принципе... Он вытащил один свой талон на удачу, и я. Ну, да ладно, какой лакет. Если ты не усилишь, то он бесполезен сейчас будет. Ну... Что? Ого, слон. Слон это опасно, да. Да. Так, грозу или освещение? Я думаю, освещение и ударит просто. Ну да, зачем грозу? Перегрузка-то нехорошо на следующем ходу. И хильнуться. Давай. Да, это рыбачий турнир. Победи. Красава. Вот никогда не сомневался в таких волосатых ребятах с клыками на черепахах, которые любят... рыбу. Вот так это ж... слесаря, которые играют в домино и кричат: рыба то на. Сложная шутка, да? Я понимаю, я понимаю. С глаз поздновато, браток, поздновато. Это что, гг? Ну-ка. Да, не таун тотем, это гг. Ну окей. Сейчас мы побэймим, посмотрим, какие мне карты. Вот, может, там смертокрыл? Нет, это баба с 3 хп. Твоя же лягуха тебя и погубит, сынок. Угу. О, бэби, трипл, нет! Он мне не дал добить лягуху. Ну, что за человек? Что за человек? Ну, такая потасовка, как бы. Быстрая, но забавная.